У ефіры програма «Новини регіону», у студії Павел Савіцький. Вітаю вас, глядіть сьогоднішнього випуску. На канікулах у лагер. Кольки юних жихаров в області планується здравіть сьоліта і як рихтують установи відпочинку до зустрічі дітей? У Сіно великий городський пікнік або як могилівчані провели опошні віснові вихідні? Матч не по розкладі. Як могилівський борисфен святкував бронзу і у який момент долучились болельщики? Дмитрий Янкоў стаў новым прафсаюзным лідарам Магілёўскай вобласці. Дагэтуль ён займаў пасаду намесніка старшыні Магілёўскага аблвыканкама. Прафсаюзы вырашаюць шэраг пытанняў ад аховы працы на прадпрыемствах да развіцця спорту і арганізацыі культурнага адпачынку калектыву. Па словах кіраўніцтва Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, ад новага старшыні прафсаюзнага руху вобласці чакаюць ініцыятыўнасці і новых ідэй. Экономика предприемств и социальные отношения в коллективах. На думку Дмитрия Янкова, увагу профсоюзов треба звернуть миновито на гэты взаимозалежные складающие. И главное – занятость, заработная плата и ценоутворение. Нам отдали документы, регламент работы по ценовому диапазону и проверке ценовой дисциплины в Республике Беларусь. И вот согласно этих нормативных документов мы будем сегодня и работать с участием не только членов профсоюза, но и с участием исполнительной власти. Это будет наша работа повседневная. Наш результат измеряется чем? Насколько мы можем сегодня помогать в тех вопросах и сложностях и проблемах людям, которые сегодня от нас этой помощи ждут. Там, где сегодня наниматель сегодня неправильно и заработную плату выплатил, и мы добиваемся того, чтобы это были деньги возвращены. Это вопросы занятости. Когда человек сегодня безработный, ему надо сегодня жить, за что-то работать, и когда мы помогаем таким людям сегодня трудоустраиваться. У нового старшини областного объединения профсоюзов богатый профессийный опыт. Дмитрий Янкоў прошел шлях от майстра ПМК до посады наместника старшини Могилевского аблвыканкама. У профсоюзах он 40 годов. Профсоюзы – это как наблюдатели, ну и подсказчики должны работать. Я считаю, что надо сконцентрировать все-таки самую основную свою деятельность в связи с сегодня нехорошей ситуацией в некоторых предприятиях, именно на тех предприятиях, где большое количество людей, где сегодня неконкурентная продукция, которая сегодня пока медленно реализуется на рынках, в том числе на внутреннем рынке. У Магілёўскай вобласці 2496 прафсаюзных арганізацый і амаль 400 тысяч членаў прафсаюза. Дзе ёсць працоўны калектыў, лічаць кіраўнікі федэрацыі, там павінен быць і прафсаюз, як пасярэднік паміж кіраўніцтвам і людзьмі. Алена Салаёва, Мікалай Собалеў, Навіны рэгіёна. Больш за 2000 тонн кармоў нарыхтавалі аграрыі Магілёўскай вобласці. Гаспадаркі косяць азімае жыта і свірэпіцу. Паказчык пакуль невялікі, кажуць у аблсельгасхарчы. Да касавіцы яшчэ не далучыліся 8 раёнаў. Надвор'я не спрыяла, аднак апошнія тёплыя ночы пайшлі на карысць шматгадовым травам. Чакаецца, што ў сярэдзіне тыдня першы ўкос распачнуць усе гаспадаркі. Пакуль найбольш актыўныя гаспадаркі Быхаўскага, Чаўскага, Бабруйскага раёнаў. Задача аграрыяў у вобласці завяршыць першы ўкос да сярэдзіны чэрвеня. До конца мая оздоровленшие лагеры в области повинны подписать пашпарты готовности. С початком червеня распочинаются и первые змены. До речи сёлета в области будут денежить 20 круглосуточных лагеров и больше за 400 с дённым знаходжением, где смогут отпочить 42 тысячи детей. Перед заездом базы обовязково проверяют по шматликих критериях у тымлику и на наявность кляшоу. Белый стяг у гэтым выпадку мае адваротнае значэнне. Таким чынам санитарные службы нібы объявляют войну кляшам. Перед заездом детей усе оздоровленчыя лагеры проверяются энтомологами. Если мы нашли только даже одного клеща, это уже говорит о том, что мы этот лагерь держим на контроле в плане благоустройства. Сёлета ў лячэбныя установы города за медицинской допомогой звернулись больше за 300 громадян, якія потерпели от укусов кляшоў. Что на чвэрць меньше леташнего показчика. Специалисты у першую чаргу гэта звязывают с холодной вясной, калі люди просто меньше отпочивали на природе. Таму теперь у теплое надворье пильность гублять не треба.
У нас есть заявки не только по энтомологическим показаниям, когда есть, присутствуют клещи, отлов клещей, но и с профцелью. Перед каждым заездом в оздоровительные лагеря идет обработка территории, по корицидная обработка территории от клещей. Акрамя супраць клешчавых апрацовак тэрыторыі, не трэба забываць і пра іншыя больш простыя, але абавязковыя ідзейныя меры перасцярогі. Каждый лагерь по периметру должен сделать вот такие перекапываемые полосы. Не забываем создавать благоустройство территории, уборку валежника, сухостоя и скашивание травы. Там, где все чисто, там мы не встретим и клещей. Такие методы можно выкарыстоўваць и на дачным участку, у вёсцы. Специалисты нагадваюць, кляши не летают, их зона кустовья и высокая трава. Катярына Градницкая, Александр Тарасов, новины региона. Накировать у лечебно-працовной профилактуры термином на 12 месяцев. Такий вердикт вынес суд Ленинского района Могилёва жыхарам города, якія мають алкогольную залежность и порушают громадский парадок. Путевки у профилактуры и твярозости атрымали 3 человеки. Выездное посяджение суда проводили на базе Могилевского института внутренних справ, так что будущие правоохранники смогли у реальных умовах убачить этот этап профилактичной работы. На лаве подсудных двое мужчин и женщина. Розный узрост, але ситуация амаль однольковая. Длительное время злоупотребляя спиртными напитками. Неоднократно направлялся в ОТП. Выводов не сделал, продолжая злоупотреблять. Опять привлекался. Все идет по кругу. Судья пытается у женщины. Действительно, правонарушения, которые я здесь огласила, совершались с вами и обжалованы данные постановления не были? Совершались, не обжалованы. Все они совершались в состоянии алкогольного опьянения. Участковый лечит, что женщина сама не справится со своей залежностью от алкоголя. Вследно за употребление спиртных напитков совершала правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. У молодого человека так само проблемы и с алкоголем, и с законом. Проживает вместе с бабушкой. Неоднократно поступали жалобы от родственника по факту совершения семейных скандалов. Задерживался в состоянии алкогольного опьянения. Составлялись протоколы административные. Рассматривался на заседаниях Совета СОПОП 4 Ленинского района города Могилёва. Предупреждался неоднократно, но выводов для себя никаких не сделал. После разгляду справ суд выносит однольковое для всех подсудных решение. Направить в лечебно-трудовой профилактуре для принудительной изоляции, медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду сроком на 12 месяцев. Татьяна Сергейчик, Сергей Крапяков, Николай Соболев. Новини региона. 29-годовая жыхарка Могилёвского района загинула у вынику дорожно-транспортного здарэння. Оно отбылось на 189-м километре автодороги Минск-Могилёв. Как поведомили у Державтоинспекции, женщина переходила проезжую участку по пешеходном переходе без светлофора, але обозначенного отповедными знаками. У гэты момент ее сбил автомобиль «Инфинити». Женщина померла на месте здарэння. Проверку по факте гибели проводит следственный комитет. У городском районе отбылась авария с уделом 3 автомобилей. Как поведомили у ДАИ, водитель Ниссана не выбрал небеспечную худкость, как не урезаться у МАЗ, який остановился перед ним, выехал на сустрешку. Там иншамарка сутыкнулся с Волгой. У вынику здарения у салоне Ниссана оказалась заблокированная пассажирка. Ее вызвали выратовальники и передали медикам. У аварии потерпели еще 4 человеки. Их шпитализовали. Пераможцы областного этапа взлета юных выратовальников стала команда «Лайф» из Могилевского района. Усяго в областный финал вышли 9 команд. Те, кто перемог на районных и зональных этапах. Что треба уметь, как выратовать человека и как не разгубиться в экстремальной ситуации, доведывались наши корреспонденты. Одно из заданий для команд – классичное боевое разгортывание на худкость. Юным воротовальникам треба опрануть специальное одение, подрыхтовать рукавы до работы и затушить имитацию пожару. Например, выник мстиславской команды – 2 хвилины 32 секунды. А это норматив навод профессийных воротовальников. Это неплохой результат, но мы на национальном этапе лучше сделали. Сколько? Мы сделали 2 минуты 26 секунд, а здесь 2 минуты 32 секунды. У другим этапе молодым воротовальникам треба было оказать первую меддопомогу двум потерпелым. По умовах у одного из них оказалась отсечена конечность. Другий отрымал электротравму, а значит, отсутничал пульс и дыхание. Чем он на пол?
вначале нужно проверить пульс, если он там реакция зрачков на свет. После нужно посмотреть ротовую полость, если она загрязнена, то очистить ее. После нужно проводить сердечно-легочную реанимацию. Если проводят два человека, то 32 к 30. В этом году мы немножко изменили формат проведения слета юноспасателей и пожарных. У нас проводились районные этапы, зональные этапы и областной этап. В этом году сотни детей прошли обучение по основам безопасности жизнедеятельности и показали свои знания и умения на этих этапах. Естественно, областной этап собрал самых сильных. Слет у нас проводится в течение 2 дней. Дети не только покажут свои знания и умения, но и отдохнут и познакомятся друг с другом. По выниках спаборництва улепшей у в области стала команда «Лайф» из Могилевского района. А праз некалькі тыдняў вызначаць и лепших удельников для республиканского взлету. Там Могилевскую в область представить сборная команда. Катерина Балукова, Миколай Соболев, новины региона. Сотни могилевчан собрал на пляже на Днепры традиционный великий городский пикник. Сёлета организаторы пропоновали удельникам самим подрыхтовать свято. Что из этого отрымалось и как провели опошние выходные весны могилевчане, ведают наши корреспонденты. Пони Белочка, слышал? Как зовут ее? Пони Белочка. Белочка. Ну чем-то похоже на нее. Великий городский пикник – это спорт, танцы, музыка, анимационное шоу. Агульная мета простая – добрый настрой и радость для всех. С новинок сёлетнего пикника – зона интеллектуальных гульню и культурная барахолка, аналог Минского опеншкафа. Сегодня очень много одежды такой молодежной, очень много аксессуаров и детского много принесли. Это все продается до 10 рублей за одну вещь. Но цены, конечно же, намного меньше, потому что люди, это барахолка предусматривает, что все дают практически за копейки. И один стенд у нас есть бесплатный. Там все, что висит, можно забрать просто так. У гэтым годзе да организации свята пропоновали долучиться усім жадаючым. Падрыхтоўка до пикника ішла у тым ліку и про социальные сетки. И по усім відаць, горожанам сподобалось ладить свята для самих себе. Мне нравится, как пузыри дует. Пробовала сама пускать? Не-а. Хочешь? Да. Семейный праздник, отличный праздник, хорошее настроение, много веселья, радости, да, детям. Алена Мельшанкова, Катерина Балукова, Миколай Соболев, новины региона. Могилевский «Берестфен» отсвяткаваў бронзовые узнагороды чемпионат Украины. Церемония прошла без гальштыков, медалёв и традиционных урочистостей. Баскетболисты сгуляли разом со своими болельщиками. За матчем, якого не было у календары, назирал Андрей Шуляк. Калі б гэтай сустрэчы не было, то яе трэба было б прыдумаць. Правесці матч разам з прафесіяналамі. Мара балельшчыкаў. Яна ажыццявілася. Присмотрели у кого-то уже из фанатов здесь в игре? Но... Нет, некоторые играют уже, умеют немножко играть. У меня уже пол двора уже спрашивают, как вы сыграли, как играли. Уже интересуются люди, пенсионеры. Ой! Без усяляких административных ресурсов на хатней гульне «Берестфена» у олимпийцы собиралось около 200 болельщиков. Про их поддержку не раз сказали у интервью игроки. Тому это еще одна причина провести подобный матч. Мы немножко готовимся. Тем более я по основной работе еще работаю с детьми. То есть этот оранжевый мяч для меня не в новинку. Сёлетний сезон «Берестфена» скрозь у досягненнях. Перемоги над заўсёды моцными «Гродно-93». Первое место по выниках регулярного чемпионата. У першыню гуляли у европейском чемпионате Балтийской лиги. Особистые выники игроков. В Беларуси, да, лучший сезон, чисто по статистическим показателям. Место опять третье заняли. Хорошо, медали есть. Это хорошо. Хотелось бы выше, конечно, второе место, первое место. Почему нет? Это еще одна мара. Разважать про кіраўніцтва клуба будет у межсезонья. А про год доведаемся, те здейснялся яна. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, новины региона. Международный хрестный ход распачал свой шлях с Могилева. И он проходит по маршруте Могилев, Витебск, Великие Луки, Псков. Подею примерковали до 100-годия початку подвига новопокутников и вызнавцев церкви русской. Паломникам треба пройти больше за 500 километров. Подчас припынков яны будут здесснять набоженство. И перед початком хрестного ходу епископ Могилевский, Мстиславский Сафроний и Могилевские святары отслужили молебен у храме царских покутников.
Увечеры 27 мая, после амаль 40-километрового переходу, яны вошли у город Шклу. У неделю после литургии православные верники протягнули свой маршрут. Плануется, что хрестный ход завершится у Пскове 5 липеня. На этом наш выпуск завершен. Я ожидаю вам доброго настроя и до встречи в эфире.